Hochwertige Funktechnologie, integrierter Audiofiler-Verstärker. Уже по названию понятно, тут что-то о микрофонах. Так и есть. Американский производитель, как правило, красивых микрофонов для подкастов, влогов, блогов, стримов, а также профессиональных микрофонов. Иногда Blue выпускает наушники. Пару лет назад я обозревал их модель MoFi, а сегодня на обзоре новинка Blue Microphones Satellite. Почему на них стоит обратить внимание? Во-первых, Blue встроенный усилитель, а во-вторых, активная система шумоподавления. Что все это значит? Если вы привыкли слушать музыку с телефона по пути на учебу или в офис, то абстрагироваться от окружающего шума в обычных наушниках не получается. В такие моменты активный шумодав – незаменимая вещь. Просто нажимаешь одну кнопку, и шум большого города пропадает. Бывает, у смартфона не хватает мощности, чтобы передать динамику и напор музыки. Вроде бы музыка играет, громкость накрутил, но хочется еще. Нажатием одной кнопки включается усилитель. Мощность добавляется буквально на шаг, и трек звучит на должном уровне. После распаковки большинство наушников не звучат. Спутники не исключение. Не забываем прогреть наушники буквально пару дней на средней громкости. Я сторонник делать это не специальными треками, а на той музыке, которую будете слушать. За звук отвечают сразу 4 драйвера. 2 44-мм и 2 33-мм. Звук трудно отнести к аудиофильскому. Независимо от формата и степени сжатия файлов, музыка подается со своим окрасом. Любителям высоких частот здесь делать нечего, а вот почитатели низких частот будут довольны. Музыка подается с заметной детализацией, читается каждый инструмент в отдельности. Иногда кажется, что ширины сцены маловато. Но это характерно для закрытого типа наушников. Satellite значит спутник. Можно слушать музыку по Bluetooth, так и через кабель. Выразительные наушники, если говорить о внешнем виде, мы обычно покупаем, чтобы слушать вне дома. Их внешний вид в этом случае играет незаменимую роль. Над дизайном Blue явно поработал именитый дизайнер, но производитель об этом не упоминает. Цвет. Черно-серебристые, как у меня на обзоре, еще поставляются уши в коричнево-серебристом оформлении. Оба варианта будут сочетаться как с классическим стилем одежды, так и с casual. Коробка выглядит дорого, смело можно брать их на подарок, и в подарочную бумагу упаковывать не придется. Они поставляются в защитном кейсе. В комплекте 3-метровый провод и микро-USB кабель для подзарядки. Аудиокабель самый обычный, без тканевой оплетки. Для наушников в ценовом диапазоне $400 могли бы как минимум положить витой кабель. С другой стороны, здесь акцент на беспроводное прослушивание. Кабель — это как дополнение, если аккумулятор разрядился. Satellite — это полноразмерные накладные наушники с мягкими амбушюрами. При своей полноразмерности они не выглядят громоздкими. На голове сидят удобно и выглядят лаконично. К тому же они складные. В любой момент можно убрать в кейс или просто сложить, чтобы не занимали место на столе. Скелет наушников из прочного металлического сплава. Но на голове даже после 2 часов прослушивания нет ощущения тяжести. Первое время посадка может показаться плотной, а через неделю индивидуально подгоняется по размеру головы. Управление музыкой вынесено на обе чашки. На левой – усилитель, активная система шумоподавления и активация Bluetooth. При работе каждой из этих фишек кнопки подсвечиваются. На правой – регулировка громкости и кнопка Pause Play, она же отвечает за переключение треков. На заметку американским инженерам – в будущих моделях не забудьте добавить голосовые подсказки, пусть даже на английском языке. Мне не понравилось, что при разрядке аккумулятора наушники предупреждают только миганием на чашке, а не голосом. В итоге музыка вдруг тухнет и все. На самом деле, за 10 минут до того, как сядет батарея, начинает мигать индикация на чашке. Но увидеть это можно лишь стоя перед зеркалом. Специалисты из Blue заявляют до 24 часов работы при активном шумоподавлении. А если включить вдобавок усилитель, то наушники проработают, по их мнению, до 10 часов. Тест показал, что с шумодавом наушники проработают до 20 часов, а при включении обеих фишек наушники играли 9,5 часов. А это довольно крутой показатель как для энергозатратных приспособлений. Blue Microphones Satellite – наушники для тех, кто искали себе добротные хеды с достойным звучанием. Встроенный усилитель, активная система шумоподавления и внешний вид, который вряд ли кого-то оставит равнодушным. Прослушивание музыки без проводов в течение 20 часов. И все это наушники под громким названием «Спутник». Ставь лайк, подписывайся на канал The Headphones Life. Всем мир! Blue Microphones Satellite – наушники для тех, кто искал себе добротные хеды с достойным звучанием. Специалисты из Blue заявляют…
Специалисты из Blue заявляют Blue Microphone Satellite.